Жансий Исагалиев – молодой педагог из средней школы села Жанакуныс. Уже второй год он преподает робототехнику в общеобразовательном учебном заведении. Кружок посещают более 300 ребят, которым интересно это направление. Задачи стоят глобальные, подчеркивает преподаватель. Важно сделать аппарат с искусственным интеллектом, который послужит на благо всей страны. Космоса савак барсында окушулар өздерин деңгейлерине сәйкес кішкентай бөлшектер мен танысу, бөлшектерден роботтар құрастыру және құрастырылған роботтарға программа енгізу деңгейлері бойынша жұмыс атқарады. Окушулардың бұл робот техника саласына деген және роботтарға деген қызығушылықтары өте жоғары. Қазіргі таңдағы мына роботтарымыз окушулардың қазіргі тек қана. В рамках форума были организованы секционные площадки по различным направлениям и начал работать центр молодых педагогов. Обсуждались вопросы внедрения в учебный процесс передовых технологий. Своим опытом делились представители Назарбаев интеллектуальной школы, Госуниверситета имени Жубанова и колледжа Булим Инновация. Также наработанными методиками обменивались учителя различных городских школ. Работаю над формированием здорового образа жизни у подрастающего поколения. Ну, что хочу сказать, то что на данный момент в учебных заведениях города Актобе созданы все условия для работы. На сегодняшнем форуме в работе 5 секциях мои коллеги приняли активное участие. Мы бурно обсуждали различные вопросы, вопросы образования и воспитания нынешних молодых педагогов. Делились опытом. Хочу призвать, что вот наше государство и наш президент делает все для того, чтобы нынешняя молодежь развивалась и достигала своей цели. В форуме приняли участие молодые педагоги со всех городских школ. Необходимо отметить, что всего в общеобразовательных учреждениях областного центра работают 5000 учителей. Из них порядка 700 являются молодыми специалистами в возрасте от 18 до 29 лет. У наших молодых педагогов больших проблем нет, проблемы все решаемы. Сейчас у нас по школам 82 школы есть, и по этим школам у нас проблем больше всего по кадрам. У нас там 32 учителей математики не хватает, и не хватает учителей начальных классов, особенно русских классов. Впереди институт у нас выпускает учителей начальных классов только, ну, больше всего по казахским классам, а по русским классам их мало, которые учатся. По итогам мероприятия участники форума передали будущему поколению педагогов специальную капсулу с письмом, где было рассказано о созданных для молодежи условиях в современном Казахстане. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актобе.